Анонс и точень дата выхода 25 серии турецкого сериала «Постучи в мою дверь». 25 серия сериала выйдет в эфир 2 января 2021 года. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как в фирме, которой руководил Серкан, появился новый партнер, и он решил лично сообщить эту новость Эдди. Серкан сказал, что он только что познакомился со своим новым партнером. Девушка была сильно удивлена этой новостью, но больше всего ее поразило то обстоятельство, что этот партнер ее родная бабушка. Серкан поражен тем, что Эда работает с Эфе уже на протяжении нескольких месяцев и неужели не видела ее имени в документах. Только вот у женщины на внучку были свои большие планы. Она нашла хорошего кандидата на роль супруга Эды, и он ждет ее с большим нетерпением. И совсем скоро Эда познакомится со своим будущим мужем. За отношениями между Серканом и Эдой очень внимательно следят. Есть одна девушка, которая подыскивает для себя подходящего мужа, и таким вполне может стать Серкан. Эта особа стала замечать, что между Эдой и Серканом отношения в последнее время стали накаляться. Если она поторопится, то скорее всего сможет заполучить Серкана. Тем более в этом деле ей готова помочь Эфе. Она говорит девушке, что жизнь Серкана Булата и его семьи теперь находится в ее руках. Только любовь предназначена для двоих, а когда в ней появляется кто-то третий, то это уже перерастает в войну. Напомним, 25 серия сериала выйдет в эфир 2 января. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.